Всем привет с самого живописного места Алматы, горы Коктюбе, со знаменитой телевышкой. А вот здесь я делаю дом на колесах из Mercedes-Benz 510. Это, по-моему, уже третий выпуск мой. Сегодня я расскажу, как я устраняю вот такие вот мелочи жизни, как дыра ржавая, которая была вот полностью вот так вот, дырка была. Вот что мы сделали, что значит, туда вставляется пеноплекс вот такой вот соответствующей толщины. Вот. Затем используется эпоксидная смола с отвердителем и стеклоткань, вот она. Ну, сейчас это вместо стеклоткани, если используется углеткань, то это называется карбон. Так, в принципе, большой разницы нет. Вот, если видите, туда был вставлен кусок 50-го пеноплекса. Ну, еще там добавлено немножко. Вот сюда. И вниз тоже добавлено немного. Ну и потом обклеено эпоксидной смолой. Это уже будет все, это будет уже лет на 10, наверное. То есть на них уже железо уже вот не отломишь. Ну, главное, оно выполняет свою функцию, это целостность двери и жесткость конструкции плюс теплоизоляция. То есть вот человек ездил вот с такой дыркой, а вот в тех боковых местах у него там было вообще супер утепление, которое я уже снял. Может, покажу сейчас, что там было. Во-первых, там был, там было вот такое вот стекловато. Вот это вот, или каменная плита она называется. Вот она. Вот она оттуда. Это, наверное, 50-ка там была, которую нельзя ставить в автомобиль, потому что она дает конденсат. Вот. Потом, значит, шел такой лифт из Германии. Такие вот четкие круги. Диаметр. Тут. Ну и тут три листы, где было написано на немецком. Вот, допустим. Халинкс. Хайлинкс. Вон очень тяжелый. Это реально миллиметровка. Это реально миллиметровка где-то. И вот этот лист весит килограмм 20-25. Очень тяжелый. Затем там были алюминиевые листы. Вот этот родной пластик. Шел от скорой помощи где-то сантиметра. Миллиметра 2,5, наверное. Потом вот эти вот листы шли, опять же, миллиметровка. И наши ребята налепили алюкобонд еще сверху. Вот эти листы алюкобонда. Вот они. Ну, в общем, вот эти же вот металл идет. Вот этот вот потом родной лист. Вот это. Ну, в общем, я думаю, там килограмм 200, наверное, я снял вчера. Всяких вот этих ненужных материалов. Вот передняя перегородка, по-моему. Так, да. Вот еще одна часть какая-то. Тоже вот этот хороший пластик немецкий. Чувствуется, что качество, он такой гибкий, не ломучий. Ну, а это вот уже металл конкретно, миллиметр. Я не понимаю, для чего его туда ставили. Скорая помощь. Или это уже когда Германия эту скорую помощь продала государство каким-то частникам, они, видимо, металл ставили. Ну, в общем, я его снял, машина полегчала, наверное, килограмм на 200. Вот. Вот это вот у нас сегодня было сделано. Затем следующее видео будет, как мы будем устранять вот эти вот косяки.
Но это мелочи, в принципе. Если мы один раз его отремонтируем, то это лет на 5 он точно будет держаться. Вот. Вот здесь зачистили. Вот, вот эти вот защелочки. Вот защит Мерседеса. На них держится. Здесь вот. Но мы его снимем, так как я планирую сделать прицеп, вернее не прицеп, а дополнительный багажник сзади автомобиля. И мы вот эту штучку повесим туда, наверное. Вот. Вот. Ну, здесь зачистили. Помогли мне. Будем все это делать так, чтобы было незаметно. Я снял вот такой вот подкрылок пластмассовый. Сейчас тут еще одна серьезная проблема в этом автомобиле. Это вот, значит, сопряжение вот этой крышки. Этой крышки с этим, с этой горловиной. Вот видите, она какая-то неровная, вся, как будто ее долбили, ломали. Вот здесь какие-то отзубило, что ли, следы. Ломали ее, что-то там загибали. Я еще сам чуть подправлял. В общем, проблемная крышка. И как только температура воздуха нагревается, там выше 20 градусов, отсюда начинает хлестать топливо. Дыхательную трубку я уже поменял. Отдал за нее 3000. Это где-то 8 долларов, наверное. Вот. Но от этого ничего не изменилось. Как только топливо нагревается, она начинает переть сюда, на горловину. Но поскольку тут щели есть вот эти вот, то идет выброс топлива. Кто-то может сказать, что поставь туда масло, бензостойкую резину, но ставить туда резину нельзя. Почему? Потому что, во-первых, уже стоит уже резина одна. То есть она как бы свою функцию не выполняет. Почему? Потому что есть трещотка. При определенном усилии она начинает трещать. Поэтому если я тут даже поставлю масло, бензостойкую резину, то она не будет плотно прилегать сюда. Потому что видите, здесь все разрублено. Кто, что за какой-то идиот вот это вот делал? Зачем это делал? Бензин воровали или что? Непонятно. Ну, в общем, думаю полностью эту горловину там извлечь, отпилить ее и поставить нормальную горловину с нормальной крышкой. Вот. И тоже вот бывшие красильщики, это как вот, ну, покрасить, это позор джунглям, блин. Как они красят? Неужели было трудно налепить ленту и потом брызнуть машину? Хотя машина хорошая, у нее нету таких больших ржавых мест, только вот этих вот. Потом, если будет интересно, я вам дно покажу. Так что всем пока, привет из Алматы.